Однажды летом мы решили поехать на край Земли. Вы скажете, что его нет, ведь Земля-то круглая. А вот и неправда. Есть край Земли, просто доехать до него очень трудно. Он все время ускользает. Но нам-то этого и надо. Можно бесконечно ехать и искать его. Какой выбрать транспорт для путешествия, вопрос для нас не стоял. Известно какой. Мы отсюда уедем на велосипеде. Мы отсюда умчим, куда захотим. Паль, мы море и люди. Нас приветливо встретят и заметят, что мы офигительны.